Павло Фальгенгауер – російський військовий оглядач, аналітик. Росія розташувала 4 потужних військових бази вздовж кордону з Україною – у Брянській, Воронезькій, Білгородській та Ростовській областях – на відстані від 20 до 40 кілометрів від нашої території. Путін готується до наступу на Україну? Обращать внимание нужно не столько на базы, а на систему логистики. Вот с логистикой там не очень хорошо, потому что в том смысле, что строится прокатная стратегическая дорога ускоренными темпами. Журавка-Миллер, 60 километров. Строят ее там больше 10 тысяч человек. Следит за этим лично генерал армии Дмитрий Булгаков, замминистра обороны, медали вручает. Вот это к середине августа должно быть построено. Это позволит осуществлять переброску крупных бронетанковых соединений с юга на север и с севера на юг. Это не то, что обязательно там 15-го где-то августа начнется война, но логистически подготовка будущего активного театра воєнного дійства йде повним ходом. Путін за цим теж слідить. Росія розпочала виробництво нових наземних крилатих ракет, заборонених угодою зі Сполученими Штатами Америки СНВ-3. Про це повідомило впливове американське видання New York Times. Навіщо Путіну нові ядерні ракети? Це Іскандер-К, він дійсно существує, а прошлой весной, значит, Министерство обороны даже показало кадры официально на своем сайте запуска таких крылатых ракет с установки «Искандер». Правда, там было сказано, что у них дальность меньше 500 километров, то есть они укладываются в договор РСМД. Ракетах меньше средней давности. Но в общем и целом ничего такого сверхъестественно нового российскому потенциалу ядерному эти крылатые ракеты не добавляют, хотя и нарушают договор. Или это тоже предмет торга пока что. Путин готовится до ядерного удара по НАТО? Это тоже небольшой секрет. Такие учения проводились еще с 90-х годов. Когда, значит, просматривали, значит, вероятность какого-то столкновения на западных рубежах с НАТО, ограниченный ядерный удар, там, с помощью крылатых ракет большой дальности взрываем пару городов в Европе. И тогда, испугавшись, что будет еще хуже, Запад, значит, отступит, одумается и отступит. Это реальная вещь, по-моему. То есть ядерная, так называемая ядерная деэскалация. Днями президент Дональд Трамп заявив, що хоче збільшити ядерний арсенал Сполучених Штатів. Навіщо Америці нові ядерні боєголовки? Трамп пытается найти какие-то дополнительные для торговли с Москвой, найти различные аргументы, в том числе и ядер. И Путин часто хвастается, что вот мы провели мощную модернизацию ядерного потенциала, американцы нет, и мы их опережаем. Провести такую же модернизацию американцы сейчас просто физически не могут. У них есть, конечно, разработки на будущее, но они как бы рассчитаны, в лучшем случае, на после 30-го года, а то и после 40-го. Там новый стратегический бомбардировщик, новые подводные лодки вместо «Трайдена». Вот может быть только что-то с крылатыми ракетами. И можно сделать это сравнительно быстро. И можно удвоить ядерный потенциал, по меньшей мере, если не утроить. Так, это, по-видимому, и есть угроза, которую Трамп предъявляет Путину.